Давайте начнем. Что у нас здесь? Ну, во-первых, в июле анонсирован форум «Сильные идеи для нового времени». Мы туда обязательно поедем. В Сочи наша делегация во главе со мной, экономический блок, планируем туда прибыть. Идеи и цель форума очень хорошая. Сформировать содружество людей инициативных, неравнодушных и консолидировать 100 сильных идей. Они помогут перезагрузить экономику, социальную сферу, устойчивое развитие обеспечить страны в новых условиях. А новые условия, как вы видите, это как раз-таки санкционное давление, это пандемия, и при этом экономика должна функционировать, налоги должны платиться, а государство должно исполнять свои социальные обязательства. Ситуация уникальная со всех точек зрения. Жителями Хабаровского края размещено 125 идей по всем направлениям. И по ряду инициатив мы вошли в топ-100, да? Топ-1000. 7 отобраны, и сегодня мы их посмотрим. Я с огромным удовольствием послушаю ваши 7 идей. И отправим мы их в агентство стратегических инициатив по результатам обсуждения. А здесь специалисты о том, что проекты, которые реализуются в крае, простые и неинтересные, вакансии низкооплачиваемые. Это замкнутый круг. Цель проекта – развитие цифровых отраслей до критической массы. Мы считаем, что можно вырастить объем экономики цифровой в регионе до 3 миллиардов и более в год, до нескольких сот компаний и в течение 5 лет. Объем налогов, который может собираться с этих компаний, может составить до 700 миллионов рублей ежегодно. При общении к нашей культуре современной, России, скажем так, с бэкграундом прошлого, для раскрытия своего потенциала в будущем. Ведь то, что потребляет молодежь сегодня, по факту завтра она будет транслировать в двойном объеме. Проект Flashdance инклюзивный – это инновационный вовлекающий контент в сфере культуры, позволяющий современной молодежи России почувствовать свою значимость, где каждый становится создателем шоу. Тем более, что на площадке они ощущают нужно здесь и сейчас, а от этого формируется элемент счастья внутри человека. Я вам желаю всем успехов, уверен, что результаты нашей работы и нашей сессии оправдают ожидания организаторов.